3,68, пожалуйста. Госпожа? Да? С вас 3,68, пожалуйста. Я дождусь кассира. Я и есть кассир. Вы? Да. Вы мужчина? О, Боже. Как вас зовут? Томас. Томас. Томас ведь мужское имя. Госпожа, платите. Какая разница, все мужчина. Настоящий мужчина водит трактор или руководит фирмой. В каком времени вы живете? Госпожа, 3,68, пожалуйста. Почему у вас нет настоящей мужской работы? Госпожа, пожалуйста, 3,68. Почему у вас нет своей фирмы? Госпожа, пожалуйста. Нет нормального дохода? Так надо с других спрашивать. 3,68. Стыдно должно быть. Спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Слышь, парень, а в самом деле, почему ты здесь? Юрген, пожалуйста. Помолчи, я говорю. Ты чем-то нормальным не хотел заниматься? Ну, девочки, двигаться-то сегодня будем, а? Ну, давайте в темпе чуть прибавим, а? Есть возможность.